Всем здоров, мои дорогие друзья. С вами я, мистер Мон, как всегда. И сегодня мы продолжаем с вами играть Том за золотом. Том Голд Рам. Так, идет загрузка. Последний раз мы с вами остановились на Анфиле. Так, у нас уже сейф скрылся. Даже два. Так. 200 золота, 10 и 10 алмазиков. Это здорово. По-моему, их бриллианты. Пишите в комментариях. Доступно обновление. И плюс 1 динамит и 7 магнитиков. Так, прокачаем. 10, 17. А здесь, а здесь давайте прокачаем. Так. Здесь мы сейчас прокачаем за алмазики. Или бриллианты. Напишите в комментариях, опять же, как их надо называть. Алмазы или бриллианты. Ну, а мы начинаем бегать. И сегодняшняя наша цель — это Хэнк. Но так как у нас половина Анжелы сделана, мы все быстро сделаем. Но у нас тут такая вот алмазы, поэтому придется, наверное, гонку открывать. Или я не знаю, но попозже разберемся. А сейчас, ребята, гоу! Вперед! Ну иди сюда, воришка. Если кто что не понимает, то посмотрите первое видео, с чего все начиналось. Ну, сбежим. Сюда, ребят, не забывайте. О, блин, мы упали, как это понадобится? Нет, мы копим на большой сундучок. Еще раз. Я забыла, о чем хотел вам рассказать. А, ну точно. Ну, ребят, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Изведите больше видео с такими вот играми. Например, как новый Том за золотом. Или другие игры. У меня есть другая игра. Там не надо бегать, там это кликер. Но мы в эту игру будем играть позже. Так, я посмотрел, и она была слишком громко из-за музыки. Давайте сделаем потише. Ох, давно я так не делала. Ой, тихо. Звездочки летают. Так, идем. Где же ты, воришка? Сейчас мы его догоним. Быстренько догоним. Так, побежали к Анжеле, чтобы опять утонуть. Нет, я не собираюсь утопать и не буду. Так, вниз. Таксисты вообще не смотрят, куда едут. Придется перепрыгивать. Вот вообще. О, это то обновление. Так. Так. Ой, тихо. Ого. Динамитика не хочешь? Полбуйте себе. Лавина! Сейчас мы тебя... По-моему, за это должны еще эти алмазики, бриллиантики. Опять же, в комментариях. Получим, наверное. Пропустили бомбочку, ничего. На этих бомбочках рисунок перца.
Что? Ваху! Ну ладно, так. О, мы ему половину снесли. Дайте мне на самолете. Нет, ну такой решающий момент. Нет, вы должны все увидеть, поэтому мне пришлось пожертвовать пятью. Так, теперь надо смотреть, какие будут загораться. Это да, это очень трудно. Я думаю, что это будет легко. Что? В каком смысле? Какого смысле? Что ты делаешь? 600 плюс 3. Ну, хоть что-то. Хоть и пришлось пожертвовать. Вот врезался, прям когда уже победил. Даже награду не успели дать. Вообще нечестно. О, там шлем был. Ладно, шлем нам не нужен. Иху. Бежим. Главное, что мы живы. Я даже помню, благодаря чему. Бомбочкам этим. Ой-ой-ой. Сейчас сюда мы будем гулять с такой вот. Сейчас будем скорость набирать. Она реально по 40 набирается. Ребят, она реально по 40 набирается. Сюда. Опять Канжель. Ну всегда я люблю бегать Канжели. Ну блин, если бы прыгнул, хотя можно было бы вернуться. Но ничего, тоже хорошо. Кстати, да это стен динамит. Надо скрыть. Бесплатный сейф через 5 часов будет. Вот это да. Спасибо. Так, ну я думаю, то что прокачать. Давайте вот это. И все, и денег нет. Купаться любят все, наверное. Так, чтобы открыть гонки, пробежать, надо открытые гонки. Слушайте, а давайте сейчас прокачаем Анжелу. И потом эту гоночку как-нибудь схитрим, наверное. Я даже знаю как. Можно просто, когда осталось еще чуточку, чтобы открыть гонку, забегав немножко, то можно на первое попавшееся препятствие врезаться и все. Это будет считаться один забег, потом он за второй, третий, и так до гонки, пока не откроешь. Вот это будет здорово. 39 минут. Ну, не я один догадался до этого. Вы тоже можете догадаться. Ну, а кто не догадался, тот просто смотрите видео. И не обижайтесь, если вы до этого не додумывались раньше. Так, на этот раз я не пошел к Анжеле, потому что мы можем кучу логова пропустить его. Ой, блин, зачем? Блин. Ладно, ничего. Я все время только к Анжеле иду, нечестно. Где Хэнк? Джинджер, в конце концов, где? Капун, косовый. Здесь я реально двойной гонки. Сердечко, как здорово. Ой, у меня магнитик. О, последнюю минуту все собрали. О! О, сейфик, спасибо. А ты все золото нам. Мы позаботимся. Подождите, даже он у нас украл, да? По-моему, это он у нас украл. Да, потому что он у нас в доме, вот так выходит и там таскает всякие мешки. Ой, играли. Ничего, зато что в доме прокачаем. Спасибо! Так, в
домик прокачали. Но все, в Утанджеле этого достаточно. Зачем ей еще? Вот зачем? Вот зачем тебе еще? Ну, Анжела. Ладно, до гонки у нас осталось 7 заходов. Открытый... Проиграем кучу раз. Ой, не туда посмотрели и упали. Сейчас гонка откроется. 6 забегов. 5 забегов. Я не улетел. Это уже прогресс. Плюс 0 золота. Это здорово. Ай, ай. И пусть меня задавит еще. Это будет вообще шикарно. Шикарно будет. Сколько забегов? У нас уже эти открылись. Нам это надо собрать. А сколько? Ай, ладно. Про пятый-то открытый гонки 4. А гонка может и подождать. Куда она от нас денется? У нас еще все впереди. Ой, тихо. Чуть не врезались. И я специально это не хотел делать, ребята. Специально я этого не хотел делать. Так. Слушайте, а что будет, если Хэнк или Том пробежится по кустам Анжелы, которые вот здесь вот, которые только что рядом были? По-моему, Анжела просто их всех убьет. Представьте, по ее цветам пробежался. Она их точно убьет. Даже мультик, по-моему, про такой был. Как, ребят? Не-не-не. Это все время. Уж нет. Пора у Тома в городе пробежаться. Свежим воздухом подышать. От машин. Свежий воздух от машин. Идеально. Вон же, там хотя бы автобусы нормальные. X2! Надо собрать. Нам же нужен новый рекорд. Слушай, у меня такое ощущение, что не надо было идти к Анжеле, поэтому я и не пошел. Ощущение такое. Мне кажется, что либо сейчас будет обновление вот это. А, нет, смотрите. Побежал бы к Анжеле, сейчас бы не собрал бы эти 200 золота. Ребята, yes. О, еще и магнит в придачу. Спасибо большое. Ой. Пойдем. Анжели, все равно мы задание выполнили. Можем бежать куда хотим. Ха-ха, ха-ха, она так смеется. Смешно. Ха-ха, ха-ха. Что смеется она? Вот мы уже и у Тома, допустим. Ладно, на этом мы будем заканчивать. С вами я, Мистер Ман. Всем удачи и всем пока.